Добро пожаловать в Lion Green Park. Сегодня мы здесь, чтобы рассказать вам самые свежие новости. Для начала хотим напомнить, что здание А и здание Д полностью функционируют, и поэтому мы приглашаем вас посетить наш ресторан Санук, Скайбар и Спа-комплекс, где вы сможете с удовольствием провести время. В ресторане подают изумительные классические местные блюда с акцентом на пряные вкусы южно-тайской кухни. А в Скайбаре вы найдете прекрасную атмосферу, божественные коктейли, живую музыку и отличный вид. Ну а в здании Б продолжается выдача ключей владельцам апартаментов, и в общих пространствах мы доводим все детали до совершенства. Ну а теперь здание С. Благоустройство территории вокруг здания С почти полностью завершено, а внутри идет установка мебели и чистовые отделочные работы. Также мы осуществляем поэтажную проверку и тестирование инженерных систем. Одним словом, занимаемся финишной подготовкой перед передачей апартаментов отельной команде. Еще совсем немного, и гости Лагрин смогут оценить наш новый корпус. Как вы видите, в детском клубе идет полным ходом установка игрового оборудования. И, безусловно, мы заботимся о безопасности и проверяем каждую деталь. Общественные пространства Lion Green Park с каждым днем становятся более изумительными и более комфортными для наших гостей. Ну а наш путь ведет к строительной площадке нашего масштабного проекта Lion Green Park фаза 2. Итак, что же сделано на сегодняшний день? В зданиях F и K мы работаем с фундаментом, а в здании L продолжаем земельные работы. А вот в зданиях G и H уже визуально можно отметить прогресс. Здесь мы выполняем заливку плит, перекрытие 7-го этажа и лестничного марша. Строительство ведется в соответствии с графиком, и параллельно мы уже занимаемся организационными вопросами. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей о Lion Green Park. Ну и, конечно же, мы настоятельно рекомендуем вам приглянуться ко второй фазе. Проект грандиозный и шикарный, а цены на этапе строительства гораздо ниже. Все ссылки в описании под этим видео. До встречи!